Всем привет! Сегодня хочу приготовить очень вкусный салатик. Давайте посмотрим, какие продукты мне для этого нужны. Мне нужны яйца, картофель, морковь. Я это уже все отварила и почистила. И еще нужно любое копченое мясо. У меня это курица. Приготовила тарелочку. И сейчас чуть-чуть вот так на тарелочку добавляю майонеза. Сразу на блюдо натираю на крупной терке картофель. Распределяю картошечку по блюду. Теперь картошечку немножко подсаливаю и добавляю майонез. Все это я распределяю, но можно оставить и так. Первый слой готов. Теперь на картофель я буду выкладывать курочку. Нарезаю ее мелким кубиком. Сверху выкладываю куриную грудку, разравниваю ее и этот слой тоже покрываю майонезом. Кубиком нарезаю огурчик. Выкладываю огурцы. И также огурцы немножко поливаем майонезом. Теперь на крупной терке натираю яйца. Рецепт этого салата я напишу в описании под видео. Слой яиц тоже покрываю майонезом. Теперь на средней терочке натираю морковь. Разравниваю морковь по салату. Теперь пока салат отставляю в сторону. Украшать буду черносливом. Я его помыла, просушила бумажным полотенцем. И теперь нарезаю на тоненькие полосочки. Полосочками чернослива украшаю салат. И будет у нас как шуба тигра. Ну вот и все, друзья, украшение салатика я закончила. Сейчас я его накрою пищевой пленочкой и поставлю в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Через часика-два он уже будет готов и можно его пробовать. Мне кажется, салатик получился очень красивый и будет украшать праздничный новогодний стол. Вот такая красивая тигровая шубка. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.